Здравствуйте, друзья, подруги. Очень рад вас приветствовать на канале Реакция Эмферствилла. Меня зовут Артурчик Эмферствилл. Сегодня мы будем слушать новый трек Макана и Лимбы, который называется «Maybe». Макан и его интервью на вписке прогремели нахуй на весь интернет. Я вообще не понимаю, почему. Потому что он всего лишь декларирует довольно, кстати, не в сильно грубой форме, ровно то же самое, что он поет в песнях. Но все так сильно с этого ущемились, как будто Макан не собирал 2 стадиона в Москве подряд с солдаутами. Это реально прикол какой-то. Респект, Лимба тоже как бы известный хитмейкер и мастер припевов. Трек опять завтра увидим в топ-1 чарте. Вот просто помяните мое слово, все будет по кайфу. Для тех, кто смотрит это на Ютубе, подпишитесь, пожалуйста, на twitch.tv/firstfeel, на телеграм-канал Firstfeel. Мне это важно, мне это нужно. Плошечка, красивая картинка из Пинтереста, не могу сказать. В целом приятно выглядит, но не могу сказать, что как-то меня сильно цепляет. Нормально. Тут, скорее всего, надо слушать трек. Вот трек насколько пиздатый, тут уже вот... Смотрите, ребят, мы сейчас все душой будем жестко кайфовать с этого. Давайте вот чисто душой сейчас будем снить. Вы бы послушали это где-нибудь в кальянной или нет? Давай, погнали. Да, эти гармонии чисто да бэйбивские с Роди Ричем. Я вижу в тебе всех мой космос, слышу в тебе всех мой голос. Но ты видишь, вам не видишь, вам не 1.85 холост. Строгий взгляд, грубый голос, средний боксер, средний возраст. Строго на себе фокус, черный рейндж между полос. Толкаю ногами в скорость, вращаю ногами глобус. Полный голос, объясню им, это там из улицы, но пропихнем нативно. Это нет альтернативы, мы идем локомотивом с гетто за мной. Коллективы у меня в генах вендетта. Говорю, я не бандит, но она уже не верит в это. Maybe I like you, maybe I lied to you. Может быть, все это попросту в пустоту. Maybe I like you, maybe I lied to you. Пытаюсь забыть, как с тобой себя чувствую. Maybe I like you, maybe I lied to you. Может быть, все это попросту в пустоту. Она учится МГИМО, третий курс. Папа выбрал вуз, нежный, честный вкус. Она мимо пати, мимо туз. Она про искусство. Она про любовь к тебе, даже когда ей грустно. Прячет свои чувства. Бежевый каен, платье ниже колен. Как я выбрала момент меня влюбить. Форт-класс, абонемент, репетитор, универ. Я не подходящий парень для такой, как. Хорош куплет прям. Maybe I lied to you. Может быть, все это попросту в пустоту. Maybe I like you, maybe I lied to you. Пытаюсь забыть, как с тобой. Голоса у них хорошо сочетаются. Maybe I like you, maybe I lied to you. Может быть, все это попросту в пустоту. Maybe I like you, maybe I lied to you. Пытаюсь забыть, как с тобой себя чувствую. Бля, заебись. Хороший трекан. Так, стоять. Хороший трекан, куплет базированный обычно, типа, классический макановский. Типа, я такой пацан, девочка моя как бы считает меня бандитом, я как бы жесткий, красивый. Никаких вопросов, все нормально. Реально выглядит как трек, который будут слушать во всех, типа, тонированных тачках. В целом этого и ожидалось. Припев очень красивый, типа, нормально, у них голоса сочетаются, но у Лимбуса, конечно, куплетик, типа, поярче, на мой вкус, чисто по флоу, по разнообразию, и, типа, в целом, конечно, голос Лимбы такой, что ты, блядь, его нахуй узнаешь из тысячи, и пиздато он звучит. Вообще, мне кажется, уже похуй, что он там будет читать, честно говоря, типа, просто вот, ну, мальчик-заинька, голос ангельский. Ну, и трек, как бы, обречен на свой хитмейкерский потенциал. Коллаба хорошая. Я думаю, что у Лимбыча, блядь, все будет заебись. Поднимет ловешечки. Маканчик тоже кайфанет. Все будет нормально. Вы что думаете? Под вафельки очень вкусно слушается.
Лимба, как обычно, сделал заедающий хук, ничего нового. Ебать, а в чем прикол, типа, ебать? Лимба опять взял пизда-то, вот, блядь, конечно, да, блин. Учитывая, что у него ретро-вейв-альбом еще выходил недавно, который никуда не зашел почему-то, и он пытался в молодого Уикенда. Хотя мне, кстати, типа, треки некоторые с этого альбома понравились, не знаю, чего он так сильно лопнулся. Плюс вайб, неиронично кайфую с Макана, рубрика «Угадай тематику» автора. И опять споры за обложку. Блять, мои модераторы обложечники, нахуй, дизайнеры, ёпта, блядь, сидят, что-то там трясут, ругаются. А, хороший трекан, пиздеть не буду. Хороший русский поп. Такая вот тема. Вот,